Добрый день, дорогие зрители моего чудесного канала. Мы с вами сейчас находимся в Рамонском районе, Воронежская область. Вот поворот на Рамонь, но мы чуть-чуть отъехали. Поля, кукуруза. Виды, конечно, красивые. Вот я люблю вообще, на самом деле, всякие столбы фотографировать. Вот, собственно, вот они, столбы. Сегодня какое число? 18-е, да? 18 июля сегодня, 2020 год. Собственно, лесопосадки. Всем, в принципе, советую посетить Рамонский район, потому что, на самом деле, место, конечно, крайне интересное. А пропитано историей. Вот. Но дворец Ольденбургских лично мне не очень нравится. Какой-то он даже не замок, если честно. Ладно, в принципе, пока что на сегодня все. Видео, наверное, я еще сниму несколько штук. Всем удачи!